По программе «Башкирские дворики» в этом году отремонтировали более 200 дворовых территорий. На эти цели направили 1 миллиард рублей. Это следует из данных МинЖКХ. В рамках программы установили 650 фонарей, 165 детских и спортивных площадок, почти 1000 скамеек и создали 4500 парковочных мест. Глава республики Ради Хабиров поручил правительству в ближайшие 2 недели определить объем финансирования программы уже на следующий год. Нам сейчас уже тогда надо определить деньги, которые мы выделяем. Второе, сделать разнарядку по муниципалитетам. Муниципалитеты должны провести обсуждение, сделать проекты, утвердить их у жителей. И уже на следующем году начали отторговаться, чтобы в мае сразу, как только тепло, выходили на работу. И вот за летний период до 1 октября все успевали. Напомню, программу «Башкирские дворики» запустили в 2019 году. За это время в республике отремонтировали свыше 1000 дворовых территорий.